По программе капитального ремонта в доме номер 2 по переулку Химиков в Новочебоксарске полностью обновили газовую сеть. Но уже почти месяц жильцы готовят на электроплитках. В чем проблема, выяснила Екатерина Куприна. Переулок Химиков – одна из первых улиц Новочебоксарска. Дома здесь строили еще в 60-е. Сегодня все они капитально ремонтируются, а в доме номер 2 возникла проблема. После замены газовых труб необходимо обновить плиты, имеющиеся уже опасны в эксплуатации, и газовики не дадут разрешения на подключение газа. Для этого нужно провести общедомовое собрание, принять решение по смене плит. Но управляющая компания сделать этого не может. Нет ни председателя, ни совета, а большинство жителей – квартиранты. Но это еще не все. Дом в должниках, у него по текущему ремонту 1170 долгов, да, потому что деваться некуда, все равно надо ремонтировать. Вот на такой маленький дом 2 миллиона с копейками долгов за жилищно-коммунальные услуги. Представляете себе, что за дом, да? Вот, ну, а капитального ремонта у них сделали где-то на миллион почти в этом году. Это и газ, это и канализация с водоотведением, ну и так далее. Там, да? Электрика тоже была по капитальному ремонту сделана. Как они будут рассчитываться с региональным оператором за выполненный капитальный уже ремонт, тоже вопрос. Выяснить позицию жильцов дома нам не удалось. Разговаривать они отказались. Со своей стороны, управляющая компания полностью выполнила свои обязательства. Жильцам же необходимо погасить имеющиеся долги и определить, каким образом заменят газовые плиты. И пока эти вопросы не будут решены, газа в этом доме не будет. Екатерина Куприна, Сергей Рябчиков, Республика.